правительстве Ульяновской области решается вопрос о повышении зарплат ульяновцам. О каких суммах мечтают наши люди и на что им хватает денег сейчас, спросим у прохожих. На самые необходимые нужды только на квартплату, на жилье, ну и вот оплатить что-то какие-то эти. Вы довольны оплатой труда? Нет, конечно. Бюджетник, учитель. Сколько вы хотите зарабатывать, чтобы вам на все хватало и вы чувствовали себя комфортно? Ну, я хочу, чтобы наши зарплаты соответствовали нашим ценам в Ульяновске. А то, как скажем, в Москве такие же практически цены, а зарплаты намного выше. Я думаю, что не хватает. В связи с тем, что выросли очень сильно цены, конечно, чувствуется, что прежние зарплаты маловаты, да. Какой размер зарплаты должен быть, чтобы нормально покрывать расходы и чувствовать себя комфортно в жизни? Ну, я думаю, от 25 и выше. Мы привыкли, наверное, так уже подрабатывать, работать, в принципе, как и всегда. Их никогда не хватит. По-вашему, сколько должна быть зарплата у вас, например, чтобы хватало на все и даже больше чуть-чуть? Ну, для женщины, я думаю, самое такое от 40 до 50 хотя бы по нашим ульяновским ценам. Вот. Это для женщины. Ну, а мужчине... Более. Ну, самое малое 50 тысяч на человека. Это самое малое. Это даже не средний уровень. Это просто, чтобы хотя бы знать, что завтра у тебя будет хлеб. Ну, то есть, как бы, да. И ты еще сможешь что-то купить, одеть. Как бы, да, без головной такой боли. А вообще, конечно, при нынешней жизни, и тем более в Ульяновске, ну, 1080. Так же, как в Москве и все. В Москве же побольше платят, чем у нас здесь. Поэтому... А на что вам хватает, например, в вашей в месяц зарплаты? Вот на сумму. Поесть только и все, может, не до чего. Больше до что? Нет, не давали. Сколько, по-вашему, надо денег, чтобы жить комфортно? Минимум 1060 хотя бы. Я думаю, то, что в Ульяновске, в принципе, нужно зарабатывать около 50 тысяч, чтобы комфортно жить, то есть вот, оплачивать ЖКХ, всякие вот, домашние заботы, то есть Wi-Fi, там, интернет. Последним повышением цен на продукты, там, не знаю, на бытовую химию, ну, на данный момент зарплат хватает в основном, чтобы покушать. Ну и так какие-то мелкие расходы. И примерно какие суммы должны быть в кошельке, чтобы себя чувствовать хорошо? Ну, в среднем 50-60. Да, 50, думаю, 50. Расскажите, вам хватает вашей зарплаты вообще? И на что ее хватает в месяц? Хватает, чтобы жить, чтобы, ну не выживать, но жить. Не в полное, конечно, удовольствие, но как минимум просто не зависеть ни от кого. Может быть, 1030 будет достаточно, в принципе, если как-то особо не шиковать, но на еду хватит точно. Без детишек от 50, а с детишками я не и того выше, да. По крайней мере, сейчас в Ульяновске мы мало зарабатываем, поэтому на комфортной жизни нам не хватает. Угу. Вот так я бы сказала. Конкретной суммы нет. Как кто ее озвучит? Ну, наверное, никто ее не озвучит. А на что в месяц хватает конкретно вашей зарплаты? Вот, на ребенка, на моего, на сына хватает. Слава богу. 1050 минимум. А на что хватает ваших денег, которые вы в месяц зарабатываете? На что? На коммунальную, на покушать что-нибудь купить, одежду.